Привет, YouTube, привет, дорогие зрители. Сегодня у нас какое число? 20... Неважно, какое число. Мы снимаем видео 4К. Это пробное видео, конечно. Вот, если все ништяк будет, то вот этот человечек отдает мне свой телефон. Да. Мы его разыграем. Короче, день сегодня прошел хорошо. Я сходил в детский сад, отнес какие-то дополнительные бумаги, которые от меня требовались. Вот, 4 числа я совсем скоро выйду на работу, буду впахивать 24/7. Какой Габузова? Как Ольга Бузова. Но получать вот. Не как Ольга Бузова. Да, получать я буду чуть меньше, конечно, да. Но это не важно. Важно то, что вы у меня есть. Мы семья. И мы семья, мы forever. Вот. Разумеется, пишите в комментарии, как вам прямой эфир, как у вас настроение. Нет, мы еще не все. Мы только начали. Да, у нас еще впереди целых 8 минут. А на светофоре 68-67 секунд. Поэтому, что я вам хочу рассказать. Совсем скоро я начну пропадать с YouTube, потому что у меня начнутся трудовые будни. И надо будет как-то график сделать с вами, да, в каких вот, в каком промежутке времени мы сможем с вами видеться. Так, что еще? Еще у нас давно не было розыгрышей среди подписчиков. Нужно устроить. Пишите, какие бы подарки хотели бы получить, какую-либо технику получить. Разумеется, пишите в комментариях. А потом. Пишите в комментариях разумные цены, так, чтобы я мог сходить в магазин, купить и оплатить доставку вам в другой регион. Все это будет учитываться. Сильно раздавил. Вот, погода у нас хорошая, ну, уже прохладно стало, да? Что еще сказать? Время 9 час. Алло, мы идем, бля. На страховку жизни. Короче, вот так вот стоим, идем по пешеходному переходу, по зебре. Там же собаки, блин. Тебе нужно будет камеру. Тебе нужно будет камеру взять. Только не сбрасывай. Там собаки, да? Да. Лежат. Вот, лежат. Пойдем. Тихо. А еще забыл сказать, что пейте витамины и чистите зубы перед сном. Это самое главное, потому что респект вы от меня получите только собак. Поэтому. Еще. Покажи меня, чтобы все меня видели, короче. Сейчас, подожди. Мы чеканутые. Идем. Симба! Итак, не забывайте подписываться на меня везде, ВКонтакте, в котором заблокировано. Ссылочка вот здесь. Купаюсь большой. Формула бежит. Давай. Ты снимаешь, да? Итак, короче, еще раз хочу сказать, что когда вы гуляете с собакой, не забывайте брать с собой пакетик и убирать за собакой какальки. Ты так не делаешь. Я так не делаю. Тебе штраф 60 тысяч надо писать. Вот, что я еще хочу сказать. Он шутит, не верьте, он хейтер. Это хейтер, который меня снимает. Да, он говорит. Да. Лысая гнида! Ты это будешь выкладывать? Да. Я это буду выкладывать, потому что я... Там собака. Там собака, да. Мы сейчас будем чифл тратить, поднимать. Давай, поднимай. Еще, видите? Вот, совсем недавно я разговаривал о том, что люди ходят без поводка. И я каждый раз беру собаку на руки. Что? Чиф. Давай, снимай. Я буду делать замечания каждый раз, когда я увижу собаку без поводка. Так что я иду за башкой в дворы. Одеваю перчатки. Какашки собирать. Буду убирать ваши какашки.
Так, переходим дорогу быстрее. Нарушитель. Да, девочки, если вы любите опасных парней, я перехожу дорогу не на светофоре. Пишите мне в коммент. Ты переходишь дорогу на зеленый цвет. В неположенном месте. Вне положенном. Да снимай меня, снимай меня. В неположенном месте. Фух, сколько там времени уже? 5 минут. Короче, перед нами идет гвардия спартанцев. Теперь давайте бегаем. Вот так далеко, но. Такой эффект, блядь. Вообще, да, круто, прям. Собаку, держите собаку. Чего? Собаку держите при себе. Зачем? А, ты хочешь так, чтобы эффект был? Оверни сюда, смотри на меня! Я твой главный господин! Как ты эфир назвал? Это не эфир, просто... А, это запись, снимаем. Окей. Это запись. Потом что, ты редактируешь? Да, 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 да. Я не буду редактировать. Потому что настоящие блогеры не скрывают правду. Они не редактируют, ничего не делают. Мы просто... Там собака большая. Ух ты. А, да, мы тоже понимаем. И глазки закрываем еще тише, чтобы не видел, какая собака большая. Вот. В рубрике «Тина Кадиллак». Бегут, бегут от нас. Что-то разводки. О, она была... Мы Ладу прошли. Владу. Фу. Короче, ну, я хочу, сколько там прошло, вроде, ну, мы еще до дома не дошли. Хочу передать всем привет, хочу передать Але, Ане, Анжеле и Виктории. Давиду. Девчонки, вы просто супер. Устал. Что там? Снимаем заставку. Потом музыку наложим. Заставку не такую надо делать. Наложишь музыку сюда и все. Как мы идем, например? Ты может сможешь наложить это эти? Не знаю, я посмотрю. Короче, мы уже идем домой. Наша вечерняя прогулка и вечерний эфир заканчивается. Да, нам сюда. А, нет, там да, здесь. А, нет, нас обманывают. Хейтеры! Да. Вот, Чифоня сходил в туалет 2 раза, короче. Нормально все произошло, все без происшествий. Дали в этот раз посрать ему. А, что еще хочу сказать? Так, что будет розыгрыш скоро, пишите, что будем разыгрывать. Ну и знак молчания будем разыгрывать. Вовины очки! 18500. Ой, батюшки, ой, батюшки. А нет, я сейчас раз по 6000 поставил. 18500 стоит. Да, знаете, так что если у вас нет 18500, то мы разыграем вам очки. Да нет, шутим. Пишите, конечно, в комментарии, мы уже посмотрим, выберем. Проведем опрос и выберем среди вариантов розыгрыш. Слушайте, канал есть, там спрашивают. Нет, да. Он повторяется просто. У нас есть свой канал на Ютубе. 1+1. Это хейтер, это не слушайте. Привязался ко мне хейтер. 1+1 называется. 2000. 2000? Не 2. Уже 2. Что вы снимаете? Мы блоги снимаем. Всякую фигню снимают, это хуйло. Вы отрежу скинь. Это город Нижний Вартовск. Все, давайте. Нам туда идти. Так, дорогие друзья, мы все. Здравствуйте, вы блогеры. Подводим к концу. Давайте всем не забывайте палец вверх и подписка, разумеется. Репост присутствует. Все, давай. Давай.